Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами наконец-таки завершаем наше прохождение Morutopia Classic HD. Но прежде чем мы с вами отправимся в собор, давайте в последний раз взглянем на мир глазами бакалавра. Итак, у нас наконец-таки обновилась карта. Вот он наш многогранник, который мы должны сохранить. А вот он фундамент, который пробил древний скотомогильник. И вся эта зараза, она поднялась наверх. Поэтому наша цель вполне себе ясна. Мы разрушаем город и заживо хороним всю эту болезнь. И строим новый город на той стороне реки. А новым знаменем нашего города станет многогранник. Поистине великолепное творение. Ну что же. Сколько у нас времени? 7:11. Время пришло. Принять последнее решение. Входите, бакалавр. Вашего решения ждут на собрании. Ферзи вошли в клинч и парализовали друг друга. Партия грозит разрешиться трагическим патом. Вы – пешка, которая вышла к последней черте. Ставьте мат. Что за смех послышался мне из-под твоего уродливого клюва? Весело. Сейчас решится все. Инквизитор что-то похоже полагает, что использовал тебя. Запутался? Не дрейфь. Она тоже ничего из себя не представляет. Все шло именно к этому. Теперь ты действуешь в интересах неизбежности. От нее никуда не деться. Зло побеждает все. Дайте мне дорогу. Сегодня я приму решение. Полководец Александр Блок. Инквизитор Аглая Лилич. Самозванка Клара. Гаруспик Артемий Бурах. И, конечно же, хозяйка Мария Кайна, которая выступит гарантом честности для населения. Что же, все в сборе, но, друзья, прежде чем мы начнем наше поистине интригующее собрание, мы должны с вами поговорить с еще одним персонажем, чей голос должен быть обязательно услышанным. Я думаю, то, что многие из вас уже догадались, это один из наших приближенных, с кем мы еще не поговорили. Конечно же, это Ева Ян. Единственный человек, который никогда не плел против нас интриг, никогда не обманывал, всегда говорил правду. Она всегда была с нами честна. Порой человек так же мало похож на себя, как и на других. Вот ты и пришел, а мне больше ничего не нужно было. Ева, а Мария причастна к твоей смерти? Опять про Марию. Зачем? Зачем ты говоришь со мной о ней? При чем тут она? Ты же сейчас со мной, и это продлится так недолго. Так для чего же спрашивать о Марии? Как будто бы больше не о чем говорить. Но что же тогда побудило тебя на такой поступок? Неужели... Ты только не казнись. Не думай, что это для тебя. Совсем не для тебя. Я только хотела поселиться здесь. Хотела, чтобы собор стал хотя бы немного живым. Чтобы в нем было хотя бы что-то чудесное. Самоубийство не то средство, чтобы наполнить собор благодатью. Ты тоже так думаешь? О, мне так страшно. Я боюсь, что своим поступком я раздразнила что-то злое. Да, теперь тут не пусто. И что-то мистическое, несомненно, появилось. Я чувствую это все время. Но оно меня очень, очень пугает. Как ты думаешь, что это значит? Не бойся ничего. Но посмотри вокруг. Видишь, кто заседает теперь там внизу? Безжалостная инквизиторша соединила руки с кровавым гаруспиком. Клювоголовые демоны бродят по алтарю, а безлицы прислуживают ей. Мне очень страшно. Инквизитор несет зло? Правда ли, что она обманула нас, выдавая добро за зло? Мне кажется, что так. Я ведь наблюдаю за ней, когда никто ее не видит. Да, она порочная гордячка. Нельзя вести себя так, как она. Даже я никогда не позволял себе ничего подобного. Тебя она презирает, а всех остальных ненавидит. Так я и думал. Ты ведь еще будешь приходить сюда? Да, буду. Так, друзья,
призрак Евы Ян. Она хотела совершить нечто чудесное. Она сделала это вовсе не для нас. Она просто хотела вместить в этот собор душу. Но, как нам говорили каины, этот собор всего лишь компромисс. В нем не может быть души. Это не покой, хотя и создавался изначально как покой. Поэтому не совсем понятно, то ли Ева здесь останется как неприкаянная душа, то ли она стала действительно душой собора, и случилось чудо. Это все-таки неизвестно. Здесь также можно увидеть вот такое вот ужасное лицо. На самом деле, никто не знает, что это за лицо и зачем оно здесь нужно. Но, видимо, оно воплощает ужас и страх, о чем и говорила Ева только что. Что-то ужасное поселилось в соборе. Возможно, она действительно разгневала своим поступком некие мистические силы. Давайте посмотрим, какая у нее была роль в этой игре. Моя ветка называлась Златовласка. Но потом я действительно захотела отдать свою душу нашему собору, чтобы в нем было хоть что-то бессмертное. Златовласка. Понятно. Я вообще знаю только одну сказку «Златовласка». Но других значений слов я не знаю, если честно. Но прочитав эту сказку, я немножечко не понял, как бы, взаимосвязи. Здесь явно есть какой-то, вот знаете, такой вот тонкий намек. То есть роли всегда назывались не просто так. Но у нее золотые волосы были. Она была практически похожа на персонажа данной книги. Что же, давайте начинать. Как нам еще рассказала Ева Ян, что Инквизитор нас презирает, а всех остальных ненавидит. Я думаю, то, что ее словам можно верить, ведь здесь она находится с седьмого дня. Со дня приезда Инквизитора она постоянно за ней наблюдала. Поэтому, Аглая, ты меня больше не обманешь. Я знаю все твои козни. Ну что же, начнем, господа. Гаруспик. Выспаться сегодня нужно. Посмотри на них. Видишь теперь, что она жертва. Не нужно ее демонизировать. Она честно исполняет свой долг, как ты и я. Мы слишком по-разному понимаем, в чем заключается этот долг. В чем заключается твой, Айнон? Мой долг заключается в том, чтобы узнать правду и поступить по совести. И власти, и Инквизитор требовали этого от меня. Но при этом преступно утаивали от меня самую главную правду. Понятно. Я поступлю по совести, это точно. Башню придется разрушить. Размечтался. Так мы добудем влагу. Угу. Ты заступаешься за Аглаю. Неужели тебе есть, что сказать в ее оправдание? Чем же она тебя обманула? Я никак не пойму. Что, она солгала тебе? Скрыла от тебя правду? Кажется, все, что ты узнал без ее помощи. Все выводы, которые ты сделал, твои выводы. Весь город был открыт перед тобой. Она должна была любой ценой сохранить город, в этом было ее назначение. А вместо этого она стала сводить личные счеты с покойницей-сестрой, прикрываясь благородной миссией. Почему? Она пришла как светоносец, способный мощью своего интеллекта разрешить все наши беды, а оказалась предательницей, которая под видом раскрытия правды впарила мне новую ложь. Да ты просто обижен на нее, Айнон. Чувствуешь, что она предала тебя только потому, что ты сам доверился ей. Не стоит загодя предполагать человеке-спасителя, а когда он не оправдает твоих расчетов, проклясть его, хоть он и сам и не ведал о твоих надеждах. Вообще, друзья, это очень умная фраза. Иногда мы, честно говоря, надеемся на некоторых людей, думаем то, что они нам помогут, хотя они об этом нас, как бы, нам ничего не обещали, нам ничего не говорили. Но мы все равно видим в них неких помощников. И когда они не оправдывают наших внутренних ожиданий, то мы на них обижаемся. С одной стороны, это правда, но с другой стороны, она ведала. В этом и заключается разница. Ведала и сыграла на моих надеждах. Сам виноват. Не нужно мстить Аглае. Если ты хочешь разрушить город и сохранить башню, чтобы досадить ей и таким образом подтолкнуть ее к гибели, это будет недостойно тебя, Айнон. Сам и превратишься в злобного кукловода, ведомого жаждой мести. Это не месть, я просто хочу сдержать слово и честно выполнить свою миссию.
Да вы сговорились оба, я знаю. Что-то нашли общее. Конечно же, вы оба хотите разрушить многогранник. Это вас и объединяет. Опять кровь пошла. А я передумал, Бурах. Я приму решение сам. Тогда зачем ты привел сюда меня? На всякий случай, вдруг случится что-то непредвиденное. Да. Бурах, твое решение меня совсем не устраивает. Слишком уж вы спились вместе с Аглаей. Самозванка, ты что скажешь? Ты точно здоров? Хорошо. Ну что же, скоро ли ты решишься? А правда ли, что полководец признал тебя божественной вестницей и теперь повинуется твоей воле? А разве имела бы я право называться божественной вестницей, если бы у меня была своя воля? Разве мне служит полководец? О, как же ты глуп, бакалавр, когда речь заходит о таких вещах. Полководец — рыцарь. Он обладает особого рода чуткостью. Он понял, кому должно служить теперь. И что с ним будет теперь? Мне судьба его тоже не безразлична. Ты боишься, что он умрет? Не бойся. Власти ведь дали ему такой же лицемерный приказ, как и тебе. Наверное, его помилуют. Найдут для него новое пекло. В какие только костры, в какие только пропасти не отправят его в надежде, что новое назначение станет ему могилой. На всех испытаний он выйдет победителем. С твоей помощью, ты хочешь сказать? Я буду сопровождать его повсюду. В каждом походе я буду стоять у него за плечом, и он всегда будет знать, в какую сторону ему направить удар. Ибо такой выбор не раз станет перед ним. Страшны и многочисленны будут враги его, но усиленная духом моим мощь его будет несокрушима. Что же, ты хочешь начать священную войну? И под каким же знаменем? Кто поверит тебе, самозванка? Ты боишься того, что слишком много крови прольется, прежде чем свет истины восторжествует над миром? Не надо бояться. Да, эти орудия похоронят немало людей, прежде чем война будет окончена. Но зато, когда она кончится уже навсегда. Все царства земные соединятся и будут существовать в согласии, и будет им единый закон. Напрасно я привел тебя в этот собор, самозванка. Хорошо, что догадался спросить тебя прежде, чем принять решение. О, какие у самозванки глобальные планы. Значит, она очаровала нашего полководца, и теперь будет всюду его сопровождать. Начнет настоящую священную войну во имя Господа, во имя единого царства и закона. Объединит все страны ценой огромных потерь. Ты думаешь, я тебе позволю? Нет, конечно, полководцу я ничего не смогу сделать, но... Эту утопию я сохраню. Так, поедим. Это немножечко выглядит нелепо, когда ты присаживаешься на скамеечку и ешь яйца на собрании. Ну ладно. Так, кто у нас следующий? А, нет, стойте. Что еще? Люди готовы приносить себя в жертву, чтобы город продолжал существовать. Помоги мне попасть в собор. Я докажу. Я все же хотел бы знать, как ты намерена сохранить город? Нет, бакалавр, ты этого никогда не поймешь. Ты очень умен, но твой интеллект сковывает тебя. Ты никогда не поймешь моей правды. Даже близость Марии и вера в способности Симона не приблизила тебя к пониманию высшей сути вещей. Моя правда связывается только на этом уровне. Чем же тебе так не угодил мой интеллект? Твоя победа — это победа чистого разума. Смотри. Ты, как и мы, восстановил картину Вселенной и открыл корень произошедшего, но ты восстановил ее лишь в самом строгом и скупом ее виде. Ты узнал механику произошедшего, ты вообще механик от науки врачевания. А вы тогда кто же? У нас с Бурахом все иначе и гораздо глубже, ты уж поверь. Мир ты в итоге создал механически непротиворечивый, рациональный. Хочешь сохранить то, что разумно было бы сохранить? Разрушить хочешь все, что целесообразно разрушить, с минимальным риском для успеха твоей трагической миссии. Ты что, смеешься надо мной? Я хочу сохранить многогранник. Что может быть нелогичнее? Многогранник ты хочешь сохранить из уважения к родственному гению, который рассчитал механику ловушки для чуда, устройство, умеющего уловить то, что нельзя ловить. В многограннике ты увидел холодный, стеклянный, математический шедевр. Я же вижу его иначе. Как ты заговорила, будто в тебя вселился кто-то другой. Возможно, это не та я, которую ты знал прежде. Нас ведь несколько.
и даже, пожалуй, великое множество. Мордашка одна, но кто знает, чья воля стоит за ней теперь. Нет, я не дам тебе выбирать. Ну, в принципе, с одной стороны, она тоже права. Гаруспик и самозванка видят город немножечко иначе. Они видят его больше с такой вот с духовной стороны. А мы увидели многокрайники действительно такой твердый, стеклянный, рациональный математический расчет. Устройство, которое позволяет ловить чудеса. И нас это сразу завлекло. В принципе, нас вот эти вот мистические интриги Каиных никак не волнуют, как бакалавра. Мы их не понимаем. И даже когда мы пришли к Симону, мы говорим, мистика, богоборчество, неужели все из-за этого-то и началось? То есть для нас, как бакалавра, мистика не очень сильно интересует. Вот это переселение душ и так далее. Но сам многогранник для нас это действительно великолепное чудо, построенное с помощью математики, физики и других законов. Поэтому да, в чем-то она права. А как раз таки Бурах, самозванка, его по-другому представляют. Ну что же, Аглая, поговорим? Что? Вы видите, что я действительно бессильна? Меня обвиняют в том, что я подготовила ваше открытие. Веры мне нет. Скажите же им, кто сделал это открытие, ибо лавры его принадлежат вам. Вы в сомнении? Эх, ваш дьявольский обман был так прост. Причина и источник. Как легко свести воедино эти разные вещи, Инквизитор. Но это не одно и то же. В данном случае одно и то же. Странно, что вы так и не поняли этого. Это место – утопия, то есть надругательство над естеством. Утопия должна быть разрушена. Она – зло. Но что же такое утопия, Глая? Поговорим в последний раз. Что вызывает у вас такую ненависть? Я человеколюбива. Мой долг – не убивать, но спасать. Я приговариваю к смерти нескольких ради спасения многих. Вот и сейчас я предлагаю купить малой жертвой счастье нескольких тысяч. Потому что в жертву утопии их надобно приносить все больше и больше, даже этой. Но почему вы считаете утопией это место? Никто не ставит здесь социальных экспериментов. Смотрите, это место естественней самого естества. Обычно утопии сооружались, чтобы воплотить идеал справедливости, свободы или экономического процветания. Это отличается от прочих. Этот город не место, которого нет. Это нечто, чего не может быть, не должно быть. Вот тут и смыкается причина с источником. Понятно, значит для нее тоже была. Утопия — это место воплощения справедливости, свободы и экономического процветания. А здесь утопия, она совершенно другая. Соединение возможного, невозможного, прекрасного и ужасного. И ей это очень сильно не нравится. Не должно быть. Да. Явление, которое выходит за рамки привычной действительности, противоречит законам здравого смысла и воплощает собой то, что людям знать, переживать и видеть не положено. И все же, несмотря на это, созданное и материализованное по воле человека. Человек стремится к счастью, и это великое благо. Что здесь дурного? Наша страна держит абсолютный рекорд по экспериментальному проектированию утопии, и это качество стоит отнести к ее несомненным достоинствам. Ведь социальные шедевры редки, но они бывают, и не всегда они создаются случайно. Верно. Однако по странному стечению обстоятельств долго они не живут. Сейчас, в начале нашего века, их не осталось совсем. Создается впечатление, что нет такой страны, которая наделяла бы своих обитателей внутренней силой просто потому, что они живут в этой стране. Такие примеры были, но все они были уничтожены. Почему? Мне это неизвестно. Вернемся сюда. Прекрасный город внезапно начинает умирать. Никому не понятно, по какой причине. Почему именно этот, в котором даже воплотилось чудо, самый интересный, самый загадочный, населенный самыми талантливыми людьми? За что их так? Я вам отвечу. Я жду. По настойчивому желанию капризных властей. Чудо, случайно воплощенное многогранники, было насильно удержано плотью города, который его вырастил и питал своими ресурсами, людьми и горячей кровью. Эта плоть стало для него одновременно утробой и тюрьмой. Вот, друзья, мысль, наверняка вы ее не поймете, потому что это уже идет именно по сюжету Гаруспика. Поэтому, скорее всего, сейчас, конечно, не хотелось бы ничего такого рассказывать, потому что это все равно надолго. Но у Гаруспика немножко другое представление о многограннике, как и у Аглаи. Это очень образно, только при чем тут мой выбор и эпидемия?
Плененные чудеса умирают не по злому умыслу, а согласно своей природе. Руками удержать чудо нельзя, можно удержать только его труп. Мысль не новая. Сместим акцент на болезнь, воплощение этой логики. Что она, благо или зло? Зачем она явилась в город? Вы считаете благо? А почему в то же самое время явились в город вы? По всем признакам, герой, почти чудотворец. Заставить вас насильно удерживать чудо пытались власти. Каины тут ни при чем. Они несчастны и одержимы. Это их роль. Они представляют тут свою силу. Но вы снова хотите стать рабом? Власти подчиняют вас своему злому умыслу. Вы одержимы жаждой мести, Аглая. Месть – плохой спутник, когда ищешь истину. Скажите же ему, Даниил. Вон он, стоит и ждет вашего слова. Такая же марионетка, как и... Направьте его орудие. От меня никто еще не слышал ни единой рекомендации. Я говорю, что полностью полагаюсь на вас. И помните, о чем я вас предупреждала. Я передумал, Аглая Лилич. Думаю, вы будете не слишком довольны моим решением. Смотрите, как я подписываю вам смертный приговор. Нет, ты больше меня не обманешь. Не надо всех этих коварных уловок Инквизитора. Все, я все знаю про тебя. Ева мне рассказала. У меня хороший источник информации. Интересно, почему она так полагается на нас? Вот это я единственное не понимаю. Разве она ведь с Каруспиком очень хорошо поладила? Я вот не помню. Надо пересмотреть на прохождение Каруспика. Ну, может, мы все равно будем проходить. Что-то произошло, да? Она не хочет полностью полагаться на Гаруспика, хотя он может легко предоставить доказательства, чтобы многогранник разрушили. Ладно. Итак, Мария. Что ты думаешь об этом всем? Мне кажется, их нужно всех казнить. Как тебе такое предложение? Если мы окажемся в большинстве, хрупкий многогранник не тронут. Детство не растворится во времени. И это чудо будет осуществляться вечно. Я знала, что ты придешь. Когда ты начнешь осуществлять свой замысел, Мария? Я уже начала, мой Даниил. Когда наступит ночь, и ветер развеет дым от сожженной земли, а пыль от разрушенных зданий опустится вниз, ты увидишь, что на небе загорелось несколько новых созвездий, и они понесут свой свет к нам. И когда первые крупицы этого света достигнут зубцов многогранника, чудо случится. А какими они будут? И как ты их назовешь? Я посмотрю, но предвижу, что в них будут преобладать красные цвета. Рубиновый, алый, багряный, пурпурный, огненный, розовый, бордовый, гранатовый, кровавый, малиновый. Может быть, в строении этих созвездий ты даже увидишь что-то знакомое. А откуда возьмутся эти созвездия? Они были уже очень давно. Просто раньше люди не видели их, и от того, что их свет часто слишком издалеких, запредельных пространств. Теперь первые лучи этих звезд достигнут наших поверхностей. Мы увидим их свет в зеркальных плоскостях сохраненного многогранника. А что станет с твоей семьей, Мария? Такой у моей семьи удел. Гибнуть, сгорать, растворяться в других без остатка. Так было с моей матерью, так было и с Симоном. Завтра погибнет Георгий, а через неделю угаснет отец. Через несколько лет после того, как мой город будет построен, также уйду и я. А что станет с детьми? Ты изгонишь их из башни? Уже ничего не изменить. Им нужно освободить место для новых гостей. Мой брат озлобится, предаст меня и поднимет против меня мятеж. Но я найду на него управу. Он и сам пожелает спрятаться за спину капеллы, когда из-под моих нахмуренных бровей на него грозно глянут мамины очи. То есть, когда Нина Каяна перейдет в Марию, как бы сольется вместе с ней, то Каспар увидит взгляд Нины и сразу отступится. А ты уже стала хозяйкой? Нет. Пока ты здесь, ты этого не увидишь, если, конечно, ты не захочешь остаться. Я все взвесил и решил, я останусь здесь. Она очень не хочет показывать себя хозяйкой перед нами. Видимо, хозяйка действительно и шикарное, и ужасное воплощение. Да. Такс, ну что же, друзья. Мы выслушали всех наших советчиков и готовы принять единственное правильное решение. Меня лихорадит.
Итак, бакалавр, вашим решением руководил не расчет, не корысть и не вынужденные обстоятельства, но лишь ваша совесть. Я получил приказ сравнять с землей все, но если такой необходимости нет, я готов поверить вам, рискнув жизнью и честью, ибо я милосерд. Куда наводить наше орудие? Итак, друзья, смотрим решение. Пусть поселение будет разрушено, но многогранник можно не трогать. Выжившие укроются в нем, пока мы не проведем среди них вакцинацию, а эпидемия окончательно не сойдет на нет. Это у нас выбор бакалавра. Достаточно разрушить многогранник, чтобы распространение заразы остановилось. Нет смысла уничтожать целый город. Это у нас выбор Груспика. Не нужно ничего разрушать, можно вообще обойтись без стрельбы и сохранить этот мир таким, какой он есть. Это выбор у нас самозванки. Итак, я объявляю о своем решении. Я отказываюсь от выбора. Я не буду решать судьбу этого города и предъявлять вам свои аргументы. Это можно вообще, то есть ничего не решать, оставить решение за полководцем, и тогда последствия у нас будут ужасные. Хоть и не совсем будут сходиться с теми, о чем говорил полководец. Но этого решения мы принимать не будем. Друзья, меня много раз спрашивали, какое решение я приму и буду ли я показывать все три концовки. Понимаете, Морутопия — это не та игра, где нужно посмотреть сразу на все три концовки. Если я просто вам покажу сейчас концовку самозванки, либо концовку, опять же, Груспика, это вам вообще ни о чем не скажет. Серьезно. Смотрите, у нас заняло прохождение 40 серий за Груспика. За эти 40 серий вы представляете, сколько всего узнали? А теперь представьте, столько же информации вам нужно узнать за Груспика и за самозванку, чтобы понять их сюжет. Какой смысл выбирать те решения, которые вы даже не знаете, из-за чего происходит, как, почему? Вам это совершенно ничего не даст, если вы не видели прохождение за остальных персонажей. Совершенно. Вот, серьезно вам говорю. Так что мы примем, конечно же, решение. Бакалавра за утопию. Пусть поселение будет разрушено, но многогранник можно не трогать. Выжившие укроются в нем, пока мы не проведем среди них вакцинацию, а эпидемия окончательно не сойдет на нет. Так вы считаете, что город обречен? Да, почва под ним пропитана пластами зараженной травы. Нам еще сильно повезло, что грунт в этом месте устроен столь прихотливо. Перепахайте снарядами каждую пять этой земли, выворотите из нее камни, раскалите ее трещинами, чтобы никто больше не поселился на этой земле. На этом берегу реки жить нельзя. Я понимаю. И вы полагаете, что башня на тончайшей опоре выстоит после обстрела? Да, башня должна устоять. Я изучил ее строение и склонен предполагать, что она весьма сейсмоустойчива. Она подобна грузу на стальной пружине. Если ни один снаряд не разорвется на том берегу реки, многогранник выстоит. Ни один снаряд не упадет туда, куда я не прикажу ему упасть. Значит, быть почти посему. И вы можете доказать, что это хороший выход? Могу. Вот мои аргументы. Образчик бактерии, вакцина и карта с чертежами, указывающая на источник заразы. Я, кстати, заметил то, что вообще очень много ошибок в тексте стало. Раньше я читал, столько не было. Но теперь я просто везде встречаю их. Ты уверен, что тебе действительно больше нечего мне сказать? Уверен, командор. Решение принято. Итак. Это не просто постройка, но знак. Залог опровержения лжеистины нашей проклятой эпохи. В этой хрупкой крепости содержится доказательство того, что наши представления о невозможном слишком далеки от действительности. Я буду оборонять ее до конца. Что до всемогущих властей, придется заставить их пожалеть о своем двуличии. Они так настойчиво добивались от меня выполнения обещания, что я не могу их разочаровать. Столь милый им город будет разрушен. Дикси. Все, друзья, решение принято. Решение бакалавра. Время 8:31. Что же, у нас совершенно не остается времени, нам нужно быстрее собрать вещи и переселяться в многогранник. Пока что. Там всем проведут вакцинацию, а потом отпустят.
Давайте последний раз посмотрим на этот великолепный город. Аян, поедешь со мной? Что же, спим. Тринадцатый день, друзья, он есть. Получилось? Это был свободный выбор. Мы признаем победу игравшего. Да, это похоже на чудотворство. Выход открыт. Такого не должно было случиться. Видимо, это чудо. Что же, друзья, вот и финал. Мы разрушили город и сохранили поистине уникальное чудо многогранник, чтобы позже построить новую, совершенно уникальную утопию, где Мария станет новой алой хозяйкой и построит поистине прекрасный город, а многогранник будет своими лучами оплодотворять земли на той стороне реки, и там, где его лучи будут касаться земли, будут происходить удивительные чудеса, будут твориться удивительные вещи. Что же, это поистине уникальная утопия. Но, как я и говорил, я верю в то, что закон всегда возьмет свое, и рано или поздно эта утопия, она вновь будет уничтожена. Но что же касается нашего героя, бакалавра, смог ли он все-таки победить неизбежность? Мне кажется, что да, он смог. Даже несмотря на приказы властей, он смог принять свое собственное правильное решение. Но, конечно же, если бы он был игрушкой в руках властей, он бы ничего не смог поделать. Но он был игрушкой в наших руках, поэтому мы смогли направить его на путь истины и принять достойное решение, которое, скорее всего, мы хотели, а не он. Но я думаю, то, что раз уж мы бакалавр, и мы же управляем им, то наверняка наши интересы с ним совпадали. Хотя я мог принять и другое решение. Но опять же, друзья, намек на то, что это всего лишь игра. Наши герои лежат тихо и спокойно, с пуговицами на глазах, как куклы. Всего лишь игрушки в руках других людей. Сегодня они были в наших руках. И, конечно же, другие персонажи тоже куклы. Знаете, нужно было весь театр куклами завалить. Это было бы вообще превосходно. И это конец нашего представления истории бакалавра Даниила Донковского. Скорее всего, он остался в городе. Я сомневаюсь, то, что он уехал обратно. Лаборатории нашей нету, поэтому мы, скорее всего, остались бы с Марией
и с этим удивительным чудом, многогранником. К сожалению, его почему-то тут тоже нету. А здесь как бы такой город в песочнице у нас. Итак, друзья, что у нас дальше? Дальше я вам всегда советую начинать прохождение за гору Спика, а в конце уже проходить самозванку, потому что за нее самый такой несложный сюжет, но он как бы недоработанный, поэтому без каких-то определенных знаний за бакалавра и гору Спика сюжет за самозванку очень так сложно понять. Поэтому я всегда советую дальше начинать играть за гору Спика. И по статистике гору Спик является любимым персонажем многих игроков. То есть бакалавр идет на втором месте, на третьем месте Клара. На первом месте всегда Гаруспик. Сюжет у него где-то полегче, где-то посложнее, но в целом находится на уровне. Там гораздо меньше мистики, но там совершенно другая идея. Играя за Гаруспика, вы посмотрите на город со стороны уклада, со стороны степняков, и будете заниматься уже совершенно другими вещами. Если за бакалавра мы искали разносчика и пытались спасти еще живых людей, незараженных, то играя за Гаруспика, вы будете пытаться спасти уже зараженных людей, искать как раз таки панацею. В этом прохождении вы узнаете, как же все-таки Буроху удалось ее изобрести, из чего он все-таки сделал эту панацею. Мы создали лишь вакцину, и то из тела Симона. Это все, что мы смогли сделать. И сохранить, может быть, несколько, ну, сотен жизней. А вот Бурох, он сделает поистине уникальную вещь, он создаст панацею. То есть, на самом деле, за Буроха вы уже будете заниматься более такими конкретными вещами, чем за бакалавром. И еще крайне интересно посмотреть все ритуалы степняков, весь мир, как он выглядит. Вы будете активно взаимодействовать с семьей Ольгимских, с термитником, с бойнями постоянно. Там добавятся многие новые элементы в игре, как раскрытие трупов, сбор трав, такая небольшая алхимия будет, вы будете создавать различные твериновые настойки для укрепления иммунитета, всего очень много интересного. И вообще прохождение за Гаруспика, оно не менее интересно, чем за бакалавра, а где-то даже и более, с точки зрения геймплея и сюжета. Итак, друзья, что же, на этом мы заканчиваем наше прохождение за бакалавра. Я надеюсь, то, что вам понравилось, и я смог как можно более подробно объяснить все элементы игры. Здесь было у нас и много обучения. Конечно же, когда мы будем проходить за Гаруспика, этого обучения уже не будет. То есть прохождение будет уже рассчитано на людей знающих. Повторяться я там уже не буду. Поэтому там будет уже все более конкретно у нас по миссиям, задачам и целям. И, конечно же, друзья, вы можете сейчас, кому не терпится, посмотреть оригинальное мое прохождение, которое есть на канале. Там, конечно, нет такой глубины, но в целом там все хорошо сделано. То есть весь сюжет поймете, все миссии там выполнены. То есть как бы все равно я там все очень четко так рассказывал. Тем не менее, играя за бакалавра, здесь мы узнавали еще больше всего нового, интересного. Я бы также хотел дополнить много вещей из-за гору Спика. Углубиться, так сказать. Гораздо глубже посмотреть на его точку зрения. Поэтому, друзья, увидимся с вами в следующем прохождении за гору Спика. Когда она будет, я точно не знаю. Но я надеюсь, то, что оно будет. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.